В Рязани в рамках ежегодного фестиваля национальной книги «Читающий мир» прошел круглый стол «Роль СМИ в гармонизации межнациональных отношений». Наряду с местными средствами массовой информации, общественниками, представителями научного мира и национальных организаций в нем приняло участие и руководство телеканала ЛРТ. В Рязанской областной библиотеке имени Горького в рамках фестиваля национальной книги «Читающий мир» прошло несколько событий, посвященных межнациональной тематике. На этом круглом столе обсуждали влияние СМИ на отношения между народами России. Не случайно эти все события проходят в библиотеке. Я уверена, что и в Московской области, просто знаю, библиотеки нужно, важно и можно использовать как тот самый ресурсный центр в работе вот по этой важной, тонкой и очень сверхчувствительной теме. Люберцы и наш телеканал на мероприятии представила Екатерина Дегтярева. Генеральный директор ЛРТ рассказала о том, что освещение межнациональной отношений – один из главных векторов деятельности телекомпании. За несколько лет канал выпустил более 500 видеоматериалов на эту тему, и что очень важно, работает коллектив ЛРТ согласно этическому кодексу журналистов. Одним из таких принципов главных – это звучит так – не замалчивать факты и проблемы, а снизить градус напряженности в обществе, привить согражданам интерес и уважение к истории и культуре народов, населяющих Россию, настроить аудиторию на созидание стабильного многонационального общества. И самый главный принцип – это быть объективным, непредвзятым и то есть полной информацией владеть и, соответственно, ее подавать. Екатерина Дегтярева озвучила предложение проводить обучающие семинары не только для журналистов, но и для руководителей средств массовой информации, чтобы межнациональная журналистика меньше совершала ошибок, не раздувала конфликты ради рейтингов, а мирно передавала информацию, которая оказывает влияние на всех, в том числе и на детей. Такое предложение вызвало поддержку участников круглого стола. И вот сегодня духовная такая угроза России со всех сторон она и усиливается, и она на сегодняшний день заставляет нас, в том числе жителей Рязани, очень внимательно, очень вдумчиво, очень корректно смотреть и, конечно, обучать и готовить нашу молодежь, наших детей, определить им хорошее, стабильное, мирное будущее. Пожар. Прилетает ласточка. Приносит во рту водичку, пытается потушить этот пожар. А через 5 минут прилетает воробей, во рту приносит соломинку, пытается, чтобы бросить, чтобы разгорелось это гораздо сильнее. От этой водички и от этой соломинки этому пожару все равно. Просто каждый показывает свое отношение. Я надеюсь, что именно такие специалисты будут в нашем сообществе, которые будут способствовать развитию межнациональных отношений. Также на мероприятии были озвучены планы на будущее. Среди них – празднование 95-летия со дня основания Советского Союза, где дружба народов была основой строительства государства. Предлагаю провести межрегиональную конференцию «Традиции дружбы народов в России. Исторический опыт и современность». И к этой дате, может быть, провести конкурс на лучшее освещение в СМИ деятельности национальных и религиозных общественных организаций. С участием, конечно же, гильдии межэтнических журналистики. Кроме того, было предложено организовать пресс-тур, поддерживающий межнациональные связи, посадить парк дружбы, издать книгу народов России и на регулярной основе проводить общественные слушания и уроки дружбы в школах. Наталья Григорьева, Яна Яковлева, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.